Еще буквально месяц назад на месте этих ям в сквере химиков располагался большой детский комплекс. Его открыли в 2017 году, однако, по словам администрации, срок службы истек, поэтому его убрали. Было опасно для маленьких детей, потому что вот такие двухлетки лезут, и там все очень высоко. И горка была такая, ну, довольно-таки опасная. То есть там каждый раз, когда ребенок залазит, это боль в сердце, что не дай бог упадет. За место детского комплекса по просьбам жителей на площадку установили вот такое вот оборудование для воркаута. То есть это преимущественно турники и лесенки. Однако некоторые мамочки все равно негодуют, поскольку с турниками не поиграешь. Плюс с них тоже можно упасть. Вот куда ребенка повезти? Здесь была песочница, она никому не мешала. Даже в плане, вот они убрали замок, а почему песочницу убрали? Ни разу не привезли песок за все время. Очень много вопросов к администрации, почему вот так сделали. Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев пояснил, что детский замок пришлось убрать, поскольку на него поступало много жалоб. Мол, стал небезопасным. В особенности горка, которую чинили неоднократно. Ждать появления комплекса не стоит, чего не скажешь о песочнице. В ближайшее время, ну, буквально уже с завтрашнего дня, приступаю для монтажа большой песочницы. Такая большая современная песочница, нигде таких песочниц нет. Также появится там скамейка для мамочек, которые будут приходить с маленькими ребятишками, чтобы они там отдыхали, играли в данной песочнице. Никаких работ на этой площадке в последние дни не вели. Тем временем в администрации отметили, что по просьбе жителей сейчас разрабатывают проект дальнейшего благоустройства этой территории. Планируют установить новые качели и безопасное резиновое покрытие. Вот такая альтернатива детскому многофункциональному комплексу. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.